Здарова, народ, необычный видос. Сегодня будет не Хардсон, сегодня я буду вам показывать что-то необычное. Меня добавили в игру. Моего персонажа, вот, Томатос. В лучший, блин, рогалик тысячелетия. Просто даже наличие моей рожи здесь уже делает эту игру лучший рогалик тысячелетия. Если вы не знаете, что это такое, это игра The Binding of Isaac. Блин, вы наверняка это слышали. Но в чем прикол? Это полноценный персонаж, за которого можно поиграть. Он уникальный, он интересный, он хардкорный, мало того. И в нем есть одна жесткая способность, которую я вам расскажу дальше в видосе. Так что оставайтесь, это будет очень интересно. Погнали, смотрите, у него есть одна хпшка, одно здоровье, одна скорость. И атака улучшенная. Но самое забавное, это то, что в нем есть обилка Imba Energy. Блин, как же было бы круто, если бы сюда добавить рекламу Imba Energy. Но нет, мне не заказали рекламу, поэтому это не реклама. Ставь, кстати, лайк за то, что это не реклама. Но ты посмотри на эту рожу! Это я! Это мой персонаж! Это же великолепно! Это, ну, настоящий я! Ты посмотри на его хохолок! Ты посмотри, как он выглядит! Кстати, взял вчера интервью у разработчика. Я вчера записывал видос, поэтому, но у меня... Удалились все записи. Не знаю, как это произошло, но удалились, и я потом вечером пошел стримить, и такой разработчик пришел в чат. Если что, это Сачго. Мало того, раньше, еще на первых патчах, он был с одним хп, то есть сейчас он сжалился и добавил сюда серое сердечко. Одно, которое дает дополнительную хпшку мне. Это не полноценная хпшка, да, но это... То есть одноразовая, то есть две тычки, и я, ну, как бы, оно теряется навсегда. Давайте я вам расскажу сначала, что это за персонаж, в чем его особенность, в чем разница. Смотри, если ты посмотришь, у него, ну, как я и сказал уже, минимальная скорость передвижения 0.5, блин, изначально. И это очень мало, то есть тут надо, как ты понял, иногда реально... жестко бегать, уворачиваться от... по-английски это называется projectile, по-русски это называется слезы, или, короче, от пуль снарядов противника. И вот, смотри, мухи быстрые, да? Тебе нужно, блин, нормально бегать, чтобы от них убегать, иначе тебе просто жопа. Вот. И вначале у тебя 0.5 скорости. И 0.5 скорострельности, и все вообще очень-очень-очень тяжело. Однако... Ух ты, окаменевшая какашка выпала, прикольно. Хардкорность, как ты понял, в том, что ты стартуешь со всего минимального. И это достаточно сложно, особенно на первых этажах. То есть я еще играл на стриме на нем, где играл с твич-модом, где чат может управлять игрой и там разные штуки добавлять в игру. А, вы во время... Куда я попал? Риран! Блядь, опять все взрывается. Что это? Чё? Ебанулись. Еще один реран за 5 минут. Я не успел даже первый... какого хрена? Я не успел даже первый уровень пройти, чат. Это что такое? Плюс скорострельность, минус дальность. Мне пизда. Я не смогу этого. Я не смогу, я кривожопый. 12 seconds later. Сдохнуть. Однако, есть фишка. Это Imba Energy. И в этой Imba Energy
есть скрытая фишка, которую я лично не знал, пока случайно ее не открыл. Смотри, если я пью Imba Energy, у меня изначально очень маленькая скорость, маленькая скорострельность, все такое. Но если я пью Imba Energy, она увеличивается, да? И если я пью несколько раз, она увеличивается еще больше. И так вот, если я выпью 4 раза подряд Imba Energy, или, по-моему, 5, вот сейчас я выпью, будет до 5, 15, да, 5 раз Imba Energy, 5 раз подряд Imba Energy, а это достаточно много, то я превращаюсь в реальную имбу. Причем обычно, когда я играл и на стриме, и сам играл, то я очень быстро заменял эту способность, эту шмотку на какую-то другую. Потому что, ну, активка, которая дает тебе не так уж много характеристик, и которую тебе нужно, ну, несколько раз пить, чтобы что-то нормальное получить, не особо выгодная, да? Однако, как оказалось, если выпивать еще, ну, несколько раз, то эффект просто усиливается. Я вот уже выпил 4 раза подряд Imba Energy, и у меня скорострельность 15, то есть ты уже видишь, какая имба. Но если выпить 5 раз подряд Imba Energy, посмотри, что произойдет. 5 раз подряд. Это очень много, на самом деле, это достаточно сложно. Скорость 120, смотри, что будет. Просто внимательно смотри на мою скорострельность. Я действительно превращаюсь в Imba Energy. Смотри, что делает Imba Energy животворящая. Это просто нереальная хренька. Скидка, жесть. У меня получилось вчера взять у разработчика интервью, у Сачго. Сачго, здорово, кстати. Я знаю, ты смотришь этот видос. И я его спросил, это реально было так задумано, что Imba Energy при моменте, когда ты распиваешь 5 раз, ты превращаешься в имбу? Его ответ меня поразил. Нет! Это баг. Этого не должно происходить. Вот смотри, видишь, я даже взял шмотку к скорострельности, и оно сломалось. Но при этом я лично считаю, что эта штука хоть и превращает тебя в имбу, но она достаточно сбалансирована. Во-первых, с каждым этажом тебе надо набрать эти заряды Imba Energy, потому что статы сбрасываются, а с каждым новым этажом мобы-то посложнее становятся, и набрать заряд Imba Energy становится все сложнее. А чтобы превратиться в более-менее крутого чувака, нужно 3-4 раза набрать. А это, ну, чтоб ты понимал, 9-12 комнат. И что самое забавное, ты потом на следующем этаже все равно сбросишь все эти характеристики. И, допустим, на каком-нибудь этаже с делириумом, да, или с хашем, это не совсем получится сделать, потому что при переходе на этаж с хашем у тебя все сбросится. И, ну, ты не сможешь без определенных шмоток набрать себе заряды Imba Energy. И при этом я считаю, то, что это офигенный пример того, когда совершенно случайно разработка того, что не должно было быть изначально, делает, ну, более интересный момент. Так, шанс установить 1-2% красный комнат после зачистки комнаты. Окей. А, не, это фигня. Давай, монетки все забирает. Забирай все монетки, все забирай. Все забирай у меня. Все забирай, забирай у меня все. Так. Мне, кстати, скидка есть, да? Нам 100% нужно сердечко. Нам 100% не нужно... Ничего такое. Создает два портала в начале каждого этажа. Комната босса.
каком-то секретке. Ну, погнали, только у нас нету монеток, поэтому давай сначала взорвем, получим монетки. И попробуем эти порталы заюзать. Так, по-моему, синяя это секретка, да. Персонаж летает, класс. Здорово, Лёха, пропусков. О, нет. Фух, я чуть не взорвался. Плюс один к урону. Блин, все лучше и лучше. У меня изначально и пентаграммы, и приколы. Хорошо. 5 случайных карт. Но это фигня, карты мне не особо нужны. Еще один прикол этого персонажа в том, что у меня, если ты посмотришь, 10 клеверов. Это значит то, что изначально у меня дофига удачи. То есть человек явно вообще шарит за нашу движуху на нашем канале. То, что я гребаный обожатель рандомить штуки и... Ну что у меня очень много каток, где мне везет. Поэтому он добавил персонажу кучу удачи. Что офигенно. Это правда не работает на магазины, но это работает на всякие шмотки, которые, ну допустим, ваши активные предметы не заряжаются при очистке комнат, однако заряжаются от нанесенного всем врагам урона. 60 урона, один заряд. Ты понимаешь, что я нашел имбу для имба энерджи? Боже, мы с вами можем сейчас пройти практически всю игру, если повезет. Понеслась! Если я сейчас не погибну... Тройной выстрел, минус к скорострельности. Да это плевать. Погнали, тройные выстрелы. Нам на начальном этапе это будет полезно, а остальную скорострельность мы нафармим с помощью имбэнерджи. Главное не помереть. Главное не помереть. Каким-нибудь образом нельзя помирать ни в коем случае. Ладно, погнали. Мне немножко повезло здесь, потому что... они тоже могут сюда, что ли, залетать в эти углы? Я почему-то думал, что червяки... это, наверное, летающие червяки, а не ползающие. Так, мам создает пилюлю. Так, ну давай, похаваем пилюли. Феромоны, паралич, балдеж вообще. 44 урона энергии. У меня есть, у меня есть таблетка 48 часов энергии. Чтоб ты понимал, это куча вот таких вот батареек. Это значит, то, что я могу заряжать, просто заряжай, не хочу себе имбу энерджи. Так, это, скорее всего, комната к боссу сразу, а это к секретке. Это, кстати, XL комната. Погнали сразу к боссу. Так, давай похаваем сначала имба энерджи. Таблетка, имба энерджи, таблетка, имба энерджи, таблетка, имба энерджи. И я думаю, мне этого должно хватить, чтобы босса выиграть. Мамаша. Так, 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 так. Еще одна имба энерджи. Так, так, так. Я победил, мать, просто с такой вот штукой, вау. Так, берем полароид. Я даже не знаю. Мы, наверное, не забьем хер на дьявола. Погнали. Погнали босс-раш выиграем с помощью этого, а? Давай, нам нужно что-нибудь на урон найти. Шанс выстрелить замедляющей слезой. Фигня, фигня, фигня. Случайную монету каждой комнаты, слеза в полете. Фигня. Так, прыщ, фигня. Пупок, брелок, дополнительный слот под брелок. Это фигня. Кажется, слеза будет иметь случайный эффект. Это прикольно. Барабам, барабам. Фигня, фигня, фигня. Ничего больше интереса нет. Давай каждая слеза, случайный эффект. Погнали. Босс-раш. Комната с босс-рашем. Так, у меня сейчас должно быть максимум имба энерджи. И при этом она вся радужная. Ты посмотри. Я не знаю, как у меня еще не сгорела видеокарта. Но это жесть. И при всем при этом у меня этот мой чувачок может увеличивать мои в два раза слезы. Смотри, я сквозь него стреляю, все увеличивается. Я просто как будто метаю икру. Я рыба. Жесть, ты посмотри, что происходит.
Это Imba Energy, дамы и господа. Блин, как бы было бы круто сюда интегрировать рекламу Imba Energy. Так, ангел пришел. Вообще плевать, что там происходит. Пускай они там что-то там тихают, появляются. Мне вообще даже неохота с ними общаться. Появляйтесь, да, бустрас, да-да, да-да. Tomorrow. Я не знаю, что я взял, но ладно. Мы только что прошли босс раш. Мы только что прошли... О, кстати, это же... Мамаша, это значит то, что мы не сможем вернуться в другую комнату. Ладно, однако сейчас начнется самая жопа. Потому что сейчас... Я ныряю в комнату, в которой каждый урон будет отнимать у меня целое сердечко. И у меня теперь не будет... таблеток больше на Imba Energy. Я вот ныряю и попадаю в утробу. Меня какашками закидывают, наверное, как и как и мои зрители. Блин, ну к боссу попасть. А что если я сразу к боссу пойду? Погнали сразу к боссу. Плохая идея, наверное, была. Плохая идея, плохая идея, плохая идея, плохая идея, плохая идея. Плохой день, плохой день, плохой день, плохой день. Плохой день, плохой день, плохой день, плохой день. Фух, я смог его победить, жесть. Плюс хпшка, плюс удача. Она мне явно понадобится. Блин, страшно, страшно, непонятно. Особенно угол комнаты не видно. Imba Energy не зарядилась. Погнали в комнату этим. Вау! Мне так везет, срань. А ты понимаешь, насколько это вроде и имба, но и не имба одновременно. То есть тебя могут изнасиловать, статы сбрасываются. Это достаточно тяжело. И при этом изначально, чтобы набрать эту энергию для Imba Energy... Нужно, блин, как-то победить монстров, да? А у тебя минимальная скорость бега, вообще минимальная. Минимальная скорострельность. Но когда ты это делаешь, ты превращаешься в имбу. Еще сердечко. Повезло. Так, ну сейчас я чувствую себя немного увереннее. Ой, чуть урон не получил. Урон получил все-таки. Так, все, погнали, босс. Можно хпшку? Разряжает ваш активный предмет, дает 1-2 батарейки, погнали. Быстро убиваем. Я чуть не сдох, она меня бомбанула. Вау. Ладно, чат, ради вас я попробую с 1 единичкой здоровья пойти на Хаша. Я, скорее всего, сдохну. Но попробуем. Нафармить еще одну Imba Energy, пока не поздно. Пока не поздно еще одну Imba Energy нафармить. Еще одну Imba Energy нафармили. Пока не поздно. Пока не поздно. Пока не поздно. Появился хаш. У меня еще одна Imba Energy и погнали! Драться, драться, уворачиваться, драться, уворачиваться, драться, уворачиваться. Давай, 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 двойная атака. Вру, ты посмотри, ему плевать даже на такую штуку. Ему вообще плевать, он говорит мне, Леха, твоя Imba Energy фуфло, я пью адреналин раш или какой-нибудь монстр энерджи. Я не вижу его стрел за своими. Охренеть, как мало урона, ему плевать вообще. Это еще надо уворачиваться от всего. Жесть, ты погляди, какая дичь. Вроде как я чувствую себя крутым чуваком. Но мне страшно, все равно я могу в любой момент получить 3 тычки и погибнуть. 3 тычки и я труп. 3 тычки и я труп. Я победил его! Это был мой, кстати, 3-й хаш в жизни. 3-й мой хаш.
и мне открылись альтернативные комнаты. Я могу попробовать пойти на делириумы? Ладно, чат, только ради вас. Я бы никогда не пошел. Погнали. Жесть, делириум. Это и чувак, который еще круче, чем Хаш. У меня 0.68 скорости. 1.2 скорострельности. Так, бомбы. Харкающий чувак. Блин, я получил урон. Чувака случайно харкающего. У меня 2 хпшки. Любые 2 тычки и мне габелла. Любые 2 тычки. Блин, на тебя въебало. Любая одна тычка и мне габелла. Любая одна тычка и мне габелла. Шаришь? Я возродился. Ладно, мне еще рановато, наверное, туда идти. Поэтому пойдем пока посражаемся с этими типами. Вот видишь, насколько это не так-то и просто. Мне нужно еще имбу энерджи зарядить. Кстати, нельзя до втрагиваться. Ай, блин! Конец же! Не конец! Чтоб ты понимал, 50% того, то, что я возрождаюсь, ровно 50%, мне просто нереально везет. Ну что, попробуем? Быстро хаваю. Я умер! Я все равно умер. На сей раз не воскреснет. В общем, спасибо огромное Сачго за то, что сделал моего персонажа очень харизматичного, очень красивого и интересного, с фишкой от Imba Energy. Это опять, повторюсь, не реклама. Ставьте лайк, если хотите, чтобы я еще делал по другим играм видосы. И если вам это интересно, я могу попробовать еще по Айзеку поделать видосы. Там очень крутые моды есть, допустим, что превращает все в Шрека. Боссов и шмотки в шмотки из Half-Life. Много моря интересного. Я не знаю. Или другие игры. В общем, пишите, что вы думаете. Мне было весело. Я частенько играю в Айзека на стриме с ребятами, с твич-модом, где они мне всякие, блин, штуки устраивают, издеваются надо мной. Спасибо огромное за просмотр. Вот такая вот фишка. Пишите, что думаете. Насколько это имбалансная тема или все-таки очень тонко сбалансированная с переходом на следующий этаж и сбрасыванием здоровья. Я считаю то, что все-таки, конечно, имбалансная. Если ты особенно фармишь себе кучу здоровья, то это было бы жестко. Но тем не менее, для игроков среднего и ниже уровня, типа меня, это не такая уж и имба. Но выглядит весело. Спасибо огромное за просмотр. Пока-пока.